Музыка моей души, наушники в уши. Эти ваши разговоры мне так противны. Каждый день взгляды, каждый день слухи. Где же мне найти для вас огромную урну? Хули смотришь на меня, сломаю кабину. Отъебись от меня, ебаная псина. Я прыгаю в окно, ловите ублюдки. Подо мной останется красный след и куртка. Просыпается мой демон и выходит темнота. В этом облике никто не смеет убивать меня. На мне черная куртка и красный капюшон. А еще я вытащил из-за спины нож. Слушай, человек, тебе бы лучше убраться. Если будешь возникать, отрежу пару пальцев. Вся твоя картина мира — это лента Инстаграма или ВК, ТикТок, хер знает. Парень в черной куртке и красном капюшоне внезапно набросился на человека. У пострадавшего был отрезан указательный палец. Личность нападавшего так и не установлена. Музыка моей души, наушники в уши. Эти ваши разговоры мне так противны. Каждый день взгляды, каждый день слухи. Где же мне найти для вас огромную урну? Я прыгаю в окно, лечу как птица. Музыку погромче, так интересней. Люди внизу ничего не полагают. Вскоре начнется моя встреча с асфальтом. Я упал, что за хрень, почему же я живой? Какая-то тетка сняла меня на телефон. Если ты посмеешь выкласть это в интернет, то ты не увидишь завтрашний рассвет. Хули смотришь на меня, сломаю кабину. Отъебись от меня, ебаная псина. Я прыгаю в окно, ловите ублюдки. Подо мной останется красный свет и куртка. Просыпается мой демон и выходит темнота. В этом облике никто не смеет убивать меня. На мне черная куртка и красный капюшон. А еще я вытащил из-за спины нож. Почему же я стою, да еще на вас смотрю? Покосился левый глаз, отключилась музыка. Появился страшный смех, психика нарушена. Смотрите все на меня, будто я чудовище. Я хотел уйти, но толпа не пустила. Какой-то мерзавец, выкрикнул демон. Я поднимаю с асфальта свой нож. Хватит базарить, пора умирать.